Здравствуйте, рад всех приветствовать. Сейчас покажу упражнение возле дерева. Здесь такая тропинка, я всегда прохожу здесь, пешком обычно я хожу. И когда я подхожу к этому дереву, я делаю занятия специальные для здоровья стоп, ноги, бедра. Показываю, можете повторять. Пользуйтесь всегда возможностью, можно возле стенки это, конечно, делать. Вот так, уперлись хорошо и... Поехали. Видите, так? Ручками хорошо держимся. Уперли. И вот так вот делаем. Можно ближе подходить, можно дальше. Руками хорошо держимся, они могут уставать. Если вы дальше отойдете, меняйте вот так ручки. Раз, одну, вторую. Вот так. Будет разная нагрузка на руки. Поделали так. Поменяли чуть руки. Ближе подошли. Такую пружину делаете. Вы два дня поделаете так, сразу почувствуете. Через два дня на третий какая пружина появится в ножках. И вот так чуть-чуть тазом работаете. Вот так можно делать. Поняли, да? Сами придумывайте себе что-то. Какие-то лишние такие движения, которые будут для вас полезнее. Так, теперь мы чуть отдохнем, потому что мы прошли чуть-чуть. И делаем вот так. Как бы прогиб вот такой в спине. Ну и здесь прогиба нет, но вот такой для позвоночника вот такое. И голову повернем сюда, 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 сюда. Попрогибались. А теперь вот так оттянулись сильно. Чуть-чуть стали, чтобы было ровнее здесь спинка, ровненькая такая. Оттянулись вот так. И делаем вот так. Так, поднимаем прям. Не ударяем, а поднимаем вот так сильно. И чувствуем вот эту вот поясничку свою хорошо. Не прогибаем ее. Ровненько. Эти упражнения я посмотрел, делались и раньше, очень давно всегда, для бегунов, чтобы укреплять ноги, и когда они бегают, чтобы они хорошо поднимали. Подтянули спинку, отдохнули, поделали так. Сейчас мы это повторим. Дыхание старайтесь не закрепощать. Хорошо дышите. Видите, если вы так упирались, вы почувствовали здесь тоже напряжение. От того, что мы толкали. И прекрасное дерево такое у меня здесь. Ну, их много у меня, но... Вот такое одно удобно. И повторяем. Теперь уже как бы более интенсивно так. Старайтесь, чтобы поднимать как бы на пальцы. Пальцы, чтобы работали. Вся ступня работает. Вот так потанцевали. Можно, конечно, это делать возле стенки, но возле дерева интересней. У меня есть кругом здесь. Там озеро, там болото. А здесь такая полянка. И
И так вот попригибались чуть-чуть. И сейчас мы вот так сделаем. Когда выровнялись, вот так медленно вот так ногу подняли. И постояли в напряжении. Поставили. Медленно подняли так. Поставили. Подняли. Прочувствовать, чтобы вот это вот. Насколько вы сильно держите. И теперь так. И подошли к дереву, и вот так. Вытянулись, вытянулись. Вот такие немножко упражнения. Я еще покажу теперь, попозже. Делайте, будьте здоровы, гуляйте с удовольствием. Всего хорошего.